В село Сургут во время Великой Отечественной из блокадного Ленинграда были эвакуированы 250 детей. Этот факт теперь подтвержден документально. Ранее такие сведения приводили из уст очевидцев. Сегодня с бумагами, проливающими свет на события 40-х годов прошлого века, можно ознакомиться на выставке «Сургут тыловой». Она открыла в городе цикл мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы. В 2014-м фонд местного музея пополнился архивами из Тобольска. Следователям удалось найти там редкие экземпляры, заявление о приеме добровольцев в Красную армию или же просьба о том, чтобы завести корову. Работники местного краеведческого музея пропустили через себя каждую жизненную историю, когда готовили выставку. Например, плакат из 45-го года с названием «Дождались» сразу обратил на себя внимание. Сама техника художника, да, мне очень понравилась. И вот тот дух. Вот мне всегда эти плакаты вот того времени очень всегда нравились. Мне они очень интересны. Поэтому вот я посчитала, что именно этот плакат должен быть в этом планшете. Я сама коренная. Я родилась в деревне Лямина Сургутского района, поэтому тема трудового Сургута, тружеников тыла, их вклад в дело Великой Победы мне очень знаком. Моя бабушка об этом рассказывала. Она с 15 лет рыбачила в рыбацкой артели.